На 3 дня Тюмень станет стажировочной площадкой по организации работы с детьми, которые находятся в конфликте с законом. Уже сегодня в центре «Семья» принимают гостей со всей России. Это представители прокуратуры, руководители и специалисты социальной защиты населения и молодежной политики. Наша модель работы в этом направлении признана самой эффективной в стране, и тюменцы готовы поделиться опытом. Здесь в данном случае командная работа, и мы показываем деятельность всех ведомств системы профилактики и взаимодействуем именно для решения вопросов и по сопровождению каждой семьи. Вот все варианты работы наша команда тюменская успешно прошла в своем вот опыте 10-летнем, и мы предложили именно лучшую модель.